Да, я все исправлю, конечно. Послушай, я не понимаю, что с тобой происходит. Что-то случилось? Ну что, с женой поссорился или что? Нет. Да все в порядке. Алексей Юрьевич, работы-то все больше и больше. Нас с Сергеем-то всего двое. Ну, я не знаю, может, нам помощника. Помощника? Никита, ты менеджер. Ты помнишь об этом? Вспомни, чему тебя учили. И прежде чем браться за внешние ресурсы, нужно что? Видите, что полностью использованы внутренние. Вот убедись и найди эти внутренние ресурсы у себя. Докажи, что ты можешь работать. И ради бога, приходи с конкретными предложениями, обсудим, будем думать, в конце концов. Угу, конечно. Что, на сегодня все?